Армяне заставляли нас выкапывать останки азербайджанцев из могил на кладбище в Агдаме. Затем они расстреливали эти останки. Об этом в среду сказал потерпевший Фамиль Алиев на судебном заседании по уголовному делу армянских террористов Мкртычана Людвига и Хасравяна Алёши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время Первой Карабахской войны и совершивших другие преступления. Потерпевший сообщил, что попал в плен в 1994 году. «Сначала меня доставили в Агдам, а оттуда в Ханкенди. Наутро меня перевезли в Шушинскую тюрьму, где я пробыл 7 месяцев. Именно там я увидел Мкртычана и Хасравяна. Позже они тушили об мою грудь сигареты», — сказал Фамиль Алиев. Потерпевший также сообщил, что армяне привозили азербайджанских пленных на Агдамское кладбище и заставляли раскапывать могилы. «Нас заставляли выкапывать останки азербайджанцев из могил. Потом они расстреливали эти останки. Они вырывали у умерших золотые коронки. Если мы отказывались раскапывать могилы, нас били арматурой железными прутьями. Мкртычан и Хасравян подвергали нас мучительным пыткам», — приводит тренд слова Фамиля Алиева.